Всем добрый день! Сегодня я буду готовить печенье при помощи пресса. Поэтому я прошу всех, у кого есть такие подобные прессы, которые находятся, пылятся где-то в антресолях или в кладовочках, доставайте и давайте готовить очень вкусное сахарное печенье. Сливочное масло должно быть комнатной температуры и мягкое должно быть. Я его перекладываю в чашу миксера. Высыпаю сюда сахар сразу и соль. И начинаем взбивать. И по одному ввожу одно яйцо и желток. Добавляю ванилин. Сейчас добавляю муку и замешиваю тесто. Мука должна быть обязательно просеянная. Получилось очень однородное, и по густоте оно вот такое. Вот посмотрите, какое оно должно быть. Все ингредиенты в этом рецепте вымерены очень точно. Сейчас я перекладываю в целлофановый пакет и оставляю его при комнатной температуре полежать минут 15-20, и начнем готовить печенье. Пресс я заполнила тестом и сейчас буду выдавливать на пергаментную бумагу. Можно выдавить одним нажимом, будет тонкое печенье получаться. Но я делаю обычно два раза нажимаю, чтобы печенье имело более-менее объем. Меняйте насадки по своему желанию. Печенье отправляем в разогретую духовку ориентировочно минут на 10-12. Как только печенье станет приятно золотистого цвета, оно готово. Печенье готово. Аромат стоит на весь дом. Еще одна такая форма у меня запекается в духовке. Песочная, вкусная, рассыпчатая, ароматная. Запах в доме от выпечки этого печенья стоит невероятно сказочный. Сейчас нам можно сверху немного добавить сахарной пудры. И можно перекладывать в блюдо и угощать домашних. Ставьте чай, кофе и угощайтесь. Всего доброго и до новых вкусных рецептов!